Пас по флангу, перехватывает мяч Хуан Фан, разыгрался не на шутку сейчас правый защитник Депортиво, но ошибается Депортиво, Иско рвет вперед с места, но в штрафную он не входит, отдает он передачу на Марсело, опасный момент, прострел, удар Лукас Васкес, 3-1, сумасшедший матч просто на Риасоре, и Реал, который только что едва не пропустил второй гол, забивает наконец-то третий гол. Вот да, отсюда нужно и смотреть, он перехватил мяч, он попытался выйти на ударную позицию, Арибас его атаковал, Иско потерял равновесие, на него бросился Гильермо, Иско поднимается и финтом обыгрывает соперника, затем отдает передачу Марселу, прострел и добивает мяч в сетку ворот Васкес. Очень важный для Реала гол. Гол, забитый в самом конце первого тайма.